Всем привет, друзья! Рад видеть вас на распаковке очередной посылки из Китая для аквариумистики. Судя по треку отслеживания, по весу и форме содержимого, в этой посылке должен быть набор для ухода за аквариумными растениями. Давайте не будем много разговаривать и откроем эту посылку. И я оказался прав, здесь набор для ухода за аквариумными растениями. Это три прибора, ножницы, вот такие вот ножницы, и два пинцета. Один пинцет у нас прямой, а второй немножко изогнут. Стоимость посылки была в пределах 600 рублей, шла она ко мне чуть больше месяца. Что я могу сказать? На вид качественные, как пинцет, так и ножницы. Насколько острые ножницы, сейчас мы с вами проверим. Я сейчас разрезал на ваших глазах лист А4, сложенный 4 раза пополам. Разрезался он легко, следовательно, ножницы острые. Сказать о длине фактической этих приборов сейчас под рукой у меня нечем измерить. Есть только вот линеечка. И примерно могу сказать, что длина их около 25 сантиметров. В принципе, заказом я доволен. Трек в приложении AliExpress не отслеживался, но он отслеживался на сайте транспортной компании, которая занималась доставкой данной посылки. Продавец отзывчивый, легко идет на контакт, быстро отправил данную посылку. В принципе, я всем доволен, рекомендую к заказу. Вот, в принципе, на этом все. Всем спасибо за просмотр, ссылка на товар будет в описании. Подписывайтесь на канал, вступайте в наши официальные группы ВКонтакте. Всем пока!